Родными не рождаются, ими становятся. В истинности этого утверждения уверены шестеро дочерей Галины Тришиной. Девочки были рождены другими женщинами. В семью Галины Ивановны они попали несколько лет назад из детского дома. Все подробности у наших алданских коллег. Галина Тришина возится на кухне. Обед почти готов. Скоро из школы вернутся дети. Мамой шестерым дочерям Галина Ивановна стала 3 года назад. Женщина признается, что потребность даровать любовь и тепло детям, лишенным материнской ласки, у нее была давно. Может, потому что когда-то у меня был старший ребенок, и в 3 года она умерла, и вот это какая-то вот как нехватка чего-то была. И у меня то в гости привозила, там в больнице лежала, девочку видела, в гости привозила, и вот как-то так осталось. Поддержание порядка в доме – обязанность общая. Галина Ивановна приучает дочерей к аккуратности, а их главная обязанность – это хорошая учеба. Планы на будущее дочери строят вместе с мамой. Галина Ивановна всех детей нацеливает на получение образования. Надеяться только на себя, что вот нужно закончить школу, обязательно выучиться, приобрести профессию, чтобы ни от кого не зависеть, только сами на себя надеялись. Быть матерью, говорит Галина Ивановна, счастье, но счастье трудное. В отношениях с одной из старших дочерей недавно назревал серьезный кризис. А девочке вспомнили родственники, и она засобиралась к ним. Для Галины Ивановны это стало ударом. Впрочем, поразмыслив, девочка сама приняла решение. Она хочет остаться с мамой Галей. Это и не первый случай такой, когда родственники или из-за ревности, я не знаю, как. Какая мотивация у родственников, они начинают звонить нашим детям, обещать, что они их заберут. На самом деле мы, вот взрослые люди, знаем, если бы хотели, уже давным-давно забрали. Девочки очень любят приемных родителей. Галина Ивановна не устает повторять дочерям. Как бы ни сложилась жизнь, ее дом навсегда останется их домом. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.